темные века, рвение, все, что у нас есть. For as long as мы не помним иного. This так is how было it has всегда. Always been. Devoid of morality. Те, кто не различает добро и зло, no готовы принести любую жертву во хвалу своего божества. Рвению уже учит страдание. Боязливость и спутанность знаний — основа нашего общества. А те, кто попытается сопротивляться, заплатят очень дорого. Здесь, в этом логове нечестия, сойдутся все они. Держать за надежду и веру. Привлеченные божественным светом, как мотыльки, неустанно будут подходить грешники, и всех ждет один конец. Всех нас. Всем привет, с вами Шмыгов, на канале Ушмыги, и сегодня поиграем в Dark Devotion. Собственно говоря, мы посмотрели заставочку такую предыгровую, да? Сейчас посмотрим, что у нас там почему, как называется? Звук, настройки, звук, да, там громко, не громко, и начнем играть, конечно же, играть. Да, я посмотрел, настройки, я немножко изменю... А, в смысле, тут нету, звука нету? Лол. Хорошо, ладно. Тогда просто играть. Тогда я изменю... звук немножко сделаю потише на запись. Так. Это у нас опять же... А, понял. А чё, мне просто пробегать надо, да? Больше ничего не надо делать? Атака и парирование. А, это на второй уровень или чё? Куда, как делать? А, да, туда нырнуть. Всё, понял, хорошо. Ну, в принципе, да, я такой принц Персии. Принц Персии 2019, лол. Подожди, в какую сторону? Влево, вправо? Или вообще не важно? Кия? А я прыгать умею или нет? Видимо, нет. А может и да. Это что такое? Мне нельзя здесь быть, потому что это что? А, понял. Так, а как лечиться? А, подожди, молитва. Молитва, это что за кнопка? А, злить для болезни. Молитва расходит часть веры. Удерживайте клавишу, пока шар не заполнится. А как? А какую шар? Что это за... А, это shift? Какой шар? Подожди, вот здесь, а? Что надо делать? Это shift. Пока шар не заполнится, ничего не понимаю. А, вот, все, вот здесь надо делать. Ну, шмыга, это шмыга играет, а не... Так, как подбирать? АР подбирать. Да блин, тут еще и надо садиться, короче, типа. Вверх-вниз, скольжение по лестнице, понял. А, использовать лестницу. А, станьте на колени перед сундуком, чтобы забрать его содержимое. Так. Что это такое? Фрагмент доспехов. Хорошо. А что значит 1, 2, 3, 4? Чтобы выжить, расходуйте предметы экономно. Чтобы выбросить используемый предмет, удерживайте при своем...
А у меня есть этот? А, у меня есть лук даже, смотри. Прикольно. Доспех хамовника. Критический урон, промах. Фрагменты доспехов. Критический урон, промах, движение 43. То есть его тоже, в принципе, можно использовать, да? В смысле? Блять. А зачем я использовал что-то там, да? Понятно. Так, хорошо, теперь нам нужно отсюда валить, да? Ну, типа, мы же тут все. А, все, да, дырка открылась. Пролезаем в дырку. Но на самом деле, вот такие игры почему-то очень пользуются популярностью. Что там было написано? Сразу же предлагается, чтобы не пойти в ловушку, смотрите вниз, прежде чем прыгнуть с платформы. Хорош. Сам попался в свою ловушку. Опа! Что это там за ведерко такое? Доспех хамовник. А, подожди, а почему ты не можешь? Подожди, доспех хамовника или плащ за дохлика. Критический урон 6, оглушительный крит, защита 2-2. То есть, типа, ну ладно, давай. А мы без защиты типа будем. Оп, хорош. Послание старого воина. Читай внимательно, чужак. Мне кажется, этими существами каким-то образом управляют. Присмотрись к ним повнимательнее и увидишь. Можно предсказать каждое движение, каждую мысль. Правда, эти чудовища не мыслящие люди. Однако в их мозгу прошит одна единственная мысль. Остановить тебя, чужак. Будь начеку. Да, ёп, твою мать, я забыл. Что у меня с ХП? Неважно, короче. Так, М, чтоб понять, куда вы пришли, пользуясь карты, посещаемая вами комната, сохраняются. Ну да, это, короче, принц Персии 20.01 или как там, не знаю. Не, стрелы. Я могу подобрать стрелы? Не могу, хорошо. Ты кто? Переключаясь между наборами оружия, используйте качество второго набора лука. F. И я заметил рычаг на другой стороне. Сюда бы какой-нибудь снаряд, чтобы активировать платформу. А, подожди, стой. Опа. Хорош. Так. Нажмите окно. Иглы с черным покрытием. Давай, забирай. Не знаю, что это такое. Так, актив... А, дверь открылась внизу где-то, да, у нас? Нанна! Что это такое? Фляга с бодрящим напитком. Подожди, а почему там так стучало, типа, сердечко? У меня есть выносливость или что? Победа над врагами, восполните... Победа над врагами, восполните веру. А подожди, а как это сделать? Вот. Мне нужно восполнить веру, я понял. Подожди, а где я это могу сделать? Я где-то открыл дверь. Подожди, а где я открыл дверь, братан? Нет, где-то там снизу, да? А, вот здесь все, туплю. Я, да, что-то протупишник сделал. Так, мне нужно восполнить веру, а где, я пока не знаю. Это ты кто? Ты сильный, не сильный? Не трать молитв на этого несчастного, он не обращал на меня внимания. Помолись лучше о том, чтобы открыть эту проклятую дверь. Так, статуя лечения. А что, у меня типа ХП мало или что? Подожди, дай. А, там сверху три бутылька, это ХПшечка моя. Все, мы тут типа все выполнили, да? А тут есть какие-нибудь секретики интересные или что-нибудь типа того? Наверное, есть, а может и нет, не знаю. Да и пофиг. Что? Если блокирования мало, уклоняйтесь. О, да ладно, а что сразу-то не сказали? Если блокирования мало, то можно уклониться, да? Опа, босс, босяра.
дитя Лимба. Ёпти. А что ты такой здоровый, ты слышишь? Дитя. Хера ты не дитя. Припарка лечит. Что-то лечит. Делаем припарку, она полечила нас. Ну, в принципе, для первого босса, в принципе, легенько. Я мог и вообще как бы не пропускать. Но, ну, вы сами понимаете, что я... Тихо. Опа. Еще один мотылек летит на свет. Как трогательно. Это... Не бойся того, что делаю тебя сильнее. Поднимись. Поднимись, тварь. Поднимись. Твое паломничество отныне будет вечно начинаться. Удачи. Так и должно быть, да? Или нет? Убежище нечистых. Одинокая женщина-воин спускается в пропасть. Добро пожаловать в убежище нечистых. Единственное оставшееся в храме теплое место. Так, хорошо, ладно. Тут что? Что я тут могу сделать? Ёптель, тут... что тут? Кошачий глаз. Кошачья гибкость. А это что такое? Это... Типа здесь я могу открывать свои способности, да? Когда нужно убить... Сланцевый осёлок. Короче, тут будут мои эти плюсы, да? Ну, в смысле... Я понял. Так, ты кто? Невероятно, ты одна из первых. Все, больше ничего ты мне не скажешь. А здесь что у нас? Библиотека нечистых. Ага. Так, здесь мы можем что-то увеличить себе, да? Покошачьи, да? Ответьте на его зов. На колени перед божественным светом. Окей, на коленях. А, вот так, все. Что мне это дает? Понятно, ни черта. На колени перед божественным светом. Пошли в жопу. Выйдите в центр. А, выйдите в центр. Вышел в центр. Здесь я могу опять же делать свои финтиплюшки, да? Пока ничего не могу, да, я так подозреваю. Я вот тыкаю мышкой. Мышка мне зачем? Зачем-то мышка нужна. Короче, ладно, неважно, это все понял. Это все бред и все. Ой. Древнее подземелье, то есть туда мне нужно, чтобы ты, наверное, продается. Что у нас здесь? Еще один желающий накормить храм. Что? Храмовница-одиночка? Богохульство, сумасшествие. Мне все равно, почему ты здесь. Ты для меня просто грязь. Добро пожаловать в новую жизнь. Убей хоть одного из них, прежде чем умрешь, женщина. Все? Ты мне, слышишь? Ты мне щит дай, бронь дай. Не дает, падла? Всю свою жизнь я готовился к походу в святой храм. Я надеюсь... Да идите в жопу. Мой вопрос. Доступно новое задание. Ничего не вижу. Кто-то закрывает мне свет. Что за задание? Подожди. Что вы приклеились? Не мешайте с женщиной. Чего вы хотите? Каторжница, преступница, сучья дочь. Или благодаря храмовниц... Или благородной храмовнице... Кто вы? Поспешим. О, понимаю, вот как вы можете нам помочь, храмовница. Следуйте нашим указаниям, вы возвращаетесь ко мне снова и снова. Вы много заработаете, ваш первый вопрос. Говорят, некоторые существа начали размножаться внутри... Да слышь, короче, я понял, да, мне нужно в подземелье. Я понял тебя, братан. Слышь, ты кто? Дай что-нибудь. О, это мой сундук? Не откройте вы этот сундук. Новый предмет в кузнице. Спасибо, без правильного снаряжения вас ждет скорая гибель. Коли хотите выжить, заходите ко мне почаще. Ржавый гладиус, 1П. Вы не первый владелец этого меча. 17-20.
А он мне выковал это говно, которое зачем-то нужно, не знаю. Так, тут что, тут ничего? Тут, короче, ничего. Тут что, тут тоже непонятно пока ничего. Что-то здесь все непонятно, да непонятно. Всю свою жизнь я готовился к походу в Святой Храм. Я надеюсь, создам... Да, все, отстань, короче. Ладно, погнали в подземелье. Это, в общем, тут можно, в принципе, шастать здесь очень долго или недолго, или... А, выносливость тратится, да? Хорошо. Хорошо. А, подожди, мы же еще можем вниз сходить. Не хочу вниз. Все, погнали биться, драться. Да, хочу... Не хочу, хочу... Не хочу, хочу. Опа. Прикольно. Безбожный идол. В этой реликвии скрытый сила, которая легко разрушит плоть и каменные стены. Тут, короче, побольше ловушек, да? О, этот. О! Говорит, о! Говорит, о! В смысле, а почему? Да ёп! Извиняюсь, ребят, я думал, он с одного удара слег, а он, короче, не слег. А он не слег, прикиньте. Я лошар, да-да-да-да-да. Я лошар, сейчас сделаю. Короче, это, знаете, что, это секира в 2D. Если Зомбатрон был Doom в 2D, то это секира в 2D. Мы, короче, по новой, да, опять тут бегаем, как долбаные, я понял. Дай мне оружие, да? А чё, не дашь ты мне оружие? Подожди. А, надо вот так сделать. Всё, ты металл оружие, да? Хорош. Погнали, да, опять туда. Сейчас всё сделаем. Сейчас будет всё по красоте уже. Ну, я же уже знаю, тут типа некоторые прикольчики. Надо наверх посматривать. Хорош. Почему? Я же в блоке был. Я же был в блоке. Собачья тварь. Бесишь меня. Так, хорошо, подожди. Может быть, тут надо еще что-нибудь найти, чтобы нам немножко как-то подфартило, что ли? Подожди, а вот ты мне ничего не можешь дать? Я понял, ладно, отстань. Так, подожди, а здесь что? Давай сюда спустимся тогда. В детстве я слышал много историй о храме, если бы я знал, что они. Да, так, здесь что у нас? А, здесь можешь тренироваться, типа, да? Кия! Тихо, сундук. А, тут нельзя разрушать, да? Можно только, наверное, в подземелье в этом разрушать. Подожди, а как работает эта тема, которая... Годы подготовки, чтобы оказаться в этой адской... Какой-то глуши. Ты что скажешь? Ничего не скажешь. Окей, ладно. А, да, окей. А вот что за ползунок вот этот такой непонятный? То есть он растет как только, типа, я больше или как? Я не понимаю, бо. Понимамбо. Ты понимамбо или не понимамбо? Хорош. Хорош. Ногти Базилия. Ногти Базилия, 12-21, критически 6, промах минус 4. Путь Базилия Великого предопределен до сего дня, отрывок из истории храма. А я же могу его... Вот...
я могу его... Ага. Он, короче, два раза дает. Да, два раза, говорит, дает. Он два раза. Подожди, там этот слабый был. Подожди, здесь что у нас? Здесь сундучок есть, но здесь есть... А, здесь молитву мы можем восполнить. А, фрагмент доспехов. Давай, ладно, одевамбо. А, здесь что у нас? Подожди, я забыл, это молитва, да? А зачем ее восполнять, если у меня все восполнено или нет? А, мы дверь можем открыть. Понял. Какая-то платформа движется. А, ну это скорее всего внизу там. Это скорее всего внизу там. Это на другой уровень. Так, хорошамбо. Опа, ёптеле, ты кто, мать твою, за ногу? Слышь? Это алтарь искупления, дитя мое. Возвращайтесь сюда помолиться, если, допустим, серьезная ошибка. Ага, хорошо. Хорошо. Нет, пока мы пойдем вниз, там был этот легкий перс. Сейчас мы его немножко чпокнем. А, вот это, я думал, платформа движется, нет? Нет, не она. Хорошо. А я думал, она. Хорош. Старый меч 22.37. Крита меньше, но больше по этому. Да, берем. А, вот эта платформа движется. Окей. Главное не с... Хорош. Хорош. А, это куда-то дальше мы идем, да? Ну давай, пошли. В дырку. В дырку в какую-то зашли. Древнее подземелье, опять же, да? Подожди. Не знаю, короче, карта немножко странная. Надо смотреть на всякие приколюшки тут, да? Безбожный идол. Хорошо. Только вниз могу, да? Кия! Так, здесь у нас что? Опа! Ах ты, падла! Хорош! Я хорош или нет? Я могу его лук подобрать? Не могу, да? А здесь что у нас? А, это я сверху оказался своей зоны, типа, да? Правильно я понимаю или неправильно? Не вижу ни черта. Так, подожди, давай попробуем сейчас спрыгнуть туда вниз. А сейва тут нету, да, никакого? Вибрация, управление, выйти. Понятно. Оттуда я пришел, тут, а там же ничего не было, да, в принципе? Что с картой? Сука. Потерянная комната. Вон какая-то есть потерянная комната, но... Типа... Ну ладно. А, вот она, потерянная комната. Ага. А я думал, я на ту карту приземлюсь, прикинь. Тихо. А! Собака. О! Сохранено в библиотеке. Мифы... тихо, что там, что там? Подожди, дай почитаю это. Мифы зажгли любопытство в первом приходе. Мое мнение, это лишь сказки и легенды, рассказывающие историю наших богов. И правда, наша. Какое богохульство. Какая ошибка. Да блин, а непонятно, как туда прыгать-то. А, все, хорош. Тихо. Так, так. Подожди, что это за дырка? Туда нельзя зайти в дырку? Вот. Нельзя, да, ничего сделать. Так, хорошо, погнали. Так, открывается дверь, мне это не нравится. Так, тут можно что-то восполнить, да? Рунный алтарь.
Что он делает? Я забыл, что такое рунный алтарь и что такое вообще все. Руна восстановления. Ничего не понял, ладно, короче. Погнали тогда в эту комнатку. А мы что-то там пропустили вроде как, да? Древняя F. Помолитесь этой статуе, это позволит вам найти путь сюда из убежища. Телепорт. Найс. Найс. То есть мы... Подожди. А я могу отсюда, нет? Не могу, я только оттуда могу. О, священные страницы. А что они дают? Блин, я забыл прочитать. Что они дают? Они что-то дают. Непонятное. Тихо. Что он дает? Лук дает. Забытая вещь кузнеца. И хотелось бы, да не знаю, как этим пользоваться. 15-19. Не, не буду. Не буду. У меня же нету рюкзака, да? Рюкзака нету. Поэтому пока не буду брать. Нет, ты можешь карту? Карту мне немножко, да? То есть... Ага, хорош. Фрагменты доспехов. Скорее всего, с фрагментами доспехов можно будет потом что-либо сделать. Фак, я промахнулся. А наверх никак уже не попасть, да? Алтарь благословения. Пятеры не хватило, да? А что бы это мне дало? Непонятно, да? Прыгать я не умею, да? То есть здесь только сюда, да? А, там был какой-то упырь. Какой-то упырь. Древнее подземелье. Опять. Опа-на! Что такое? А, дает щит при входе в новую комнату. Опа-па. А, щит один раз, что ли, работает? Щит на один этот, да? Зажигательный, зажигалка какая-то тут еще тоже есть, да? Так, хорошо. Как мне? Ага, мне нужно... Да ёпти. Не вижу ни хрена. Темновато немного. Опа, это какой-то, слышь, сильный... Опа! Опа-па! Хорош. Что у него там? О, у него какая-то это игла зеленого покрытия. Зеленого варева, например, зелье, которое хромовенько вам давали, чтобы вы не спали. Ускоряет выносливость в одной комнате. Нету места. Подожди. А я был, типа, живой еще, да? Ну, ладно. Так, давай-ка на щит поменяем, потому что, может быть, будет какой-нибудь лучник, типа, да? Да, это очень сильно похоже на секиру в 2D. Ну, такая, типа, упрощеночка, да? Понимаешь, о чем я говорю? Так, и тут можно спуститься, либо там куда-то спрыгнуть, да, можно было. Так, тут два этих песоса. Опа, еще и лучник. Сейчас мы подождем, пока лучник свалит. Или он не свалит, типа. А, не, свалит. Так, хорошо. А, так, мне нужно вначале этого убрать. Фак. Ай, он попал в меня? Лучник в меня попал?
35-47. То есть я пока еще не могу, да, ничего сделать. А у меня хпшек мало. Так, давай-ка. Зачем я это сделал? Твою мать, вот дурак, блин. Я забыл, что на этот 12-21. Да, давай я возьму на. И меняю. 9 стрел всего, да? Подожди, или может быть все-таки... Не, давай лучше эти возьму, оставим эти, да? Блин, ну хотя 9 стрел, ну а что эти 9 стрел мне? Эти 9 стрел мне ничего. Туда дороги нету, да? Я понял. То есть только туда вход. Хорошо, давай. Погнали. А, то есть, а возвращаться мне как? Я не понимаю. Ну ладно. Ну ладно. Получаем удары, укрепляют веру. Получаемые удары. Алтарь телепортации. О, отлично. То есть, если чего, ежели что, мы можем телепортнуться. Так, здесь у нас эти. Так, нет. Ромах плюс 10. Ах ты падла, тварь. А как бы мне восполнить свою оружайку? Свою оружайку. Непонятно, да, пока? О! Кажется, этот храм полон сложных механизмов, соединенных вместе. Двери, платформы и ловушки соединены с рычагами и переключателями. Надо быть внимательным, когда к чему-то прикасаешься, чтобы дойти до самого глубокого уровня. Блин, у меня нет хп, меня это напрягает. Меня напрягает, что мой перс еще немножко и это... Перс кровоточит. Типа, камон, да? О! Да ёпти, ну это такой бред. Это просто бредятина. Это просто забей называется. Просто называется забей. Так. Портал активирован. А, так я могу там, я же два портала, в принципе, открыл. Я могу там везде шастать или нет? Подожди, я вот хочу узнать, что это такое? Я тут ничего не могу открыть? 30 чего? 40 чего? Вот эти две штучки, это что такое? Непонятно, ни черта. А, 17! 17 у меня какого-то говна, нужно 30. А 17 говна дают за убийство... Я все понял. Все понял. Все, я хорош. Я сейчас все сделаю. Эф, что-то не там. Невероятно, ты одна из первых. Так, смотри, короче, сейчас пойдем туда. Мы задание выполнили, интересно, или нет? А где задания вообще мои записываются? Или как проверить задание? Через карту, типа, или как? Движение остальное уменьшится снова. Текущее задание. А как вот их посмотреть, текущее задание? Это подожди. А, вот как двигать карту-то, ёпарный карась. Вот ты, конечно, долбан. А как уменьшить-то? А, уменьшить вот... Ёп твою... Да... Сейчас бы, короче, играть уже сколько я играю, чтобы... Говорят, некоторые существа начали размножаться внутри древнего подземелья. Маленькие, медленные и серые. Они иногда падают с потолка. Смешно, убейте их. Ага, мне нужно убить, короче, этих упырей, да? Кажется, святой храм заброшен, ведь ты же не уйдешь отсюда без оружия, храмовница. Поговори с бонсом, у него должно найтись для тебя что-нибудь из снаряжения. Кто такой бонс? Блин, у меня там было такое... Это ты, бонс, слышишь? О! Подожди. А, я то есть могу либо то, либо то. Я понял, хорошо. Подожди, дай-ка еще раз карту. Да уменьши, ты зачем ты все время приближаешь карту? Ты дурак, что ли? То есть мне нужно зайти вот в это говнище. А что вот там мигает такое за говнище? Желтенькое. Это мне нужно или нет? Блин, ну давай, ладно. А, подожди. Не, не понимаю. Вот это что такое, древнее подземелье?
Здесь какая-то старинная табличка. Что это такое? Нет, это не телепорт. Вопросиков здесь нету. Может быть, это проход, типа, дальше? Или... А, подожди, стой. 0 из 16. Ну ладно, давай, хорошо. Уболтал. Давай заново пройдем по этому древнему... Древнему, короче, да, и... В принципе, не сложно, но... Да, блядь. Так, 18 говна я собрал. Так, сейчас, подожди. Нет, вот есть где-то вопросик. Где я? Подожди, как сделать? Центри... Вот я здесь. Там вот вопросик, смотри. То есть я что-то не открыл. А, так а как я туда проберусь? Мне вот к нему надо. А как тебя? Слышь, братан. А кто знает, как это сделать? Это алтарь искупления, дитя мое. Сейчас, подожди, мне надо как-то к нему попасть. А как это сделать? Так. Эту платформу надо как-то запустить. Как ее запустить? Подожди, я за 20, короче, я смогу какую-то платформу. За 20 молитвы, да? Открыть какое-то говно. Подожди, пока не хочу. За 20... А, подожди, а какая разница? У меня это максимальное количество молитвы. Я все равно мне ее набирать. Набирать и набирать. Поэтому давай, да. Так, я открыл дверцу. Я открываю и делаю, что какая-то платформа шевелится, да? Окей. Так, теперь мне надо как-то запустить вот эту платформу. Да? Правильно я понимаю или неправильно я понимаю? И поговорить с этим чувачком, и тогда... Опа-па! Ну-ка, пошел вон отсюда. Слепошар ссаный. Фак! Ать! Да ёпте! А как он так два разочка-то попал по мне, да? Припарка, две припарки, это отлично. Так, подожди. Здесь я ничего не могу. Да, ничего нету. Так, хорошо. Здесь у нас только вот эта платформочка. Подождите, ребят, подождите. Я что-то здесь не делаю не так. Здесь что-то делаю не так, подождите. И все? Так, хорошо, давай дальше тогда. Божный идол. Так, хорошо. К тому чуваку как-то надо попасть, но к нему можно попасть только... Я, короче, не понял. Либо пройти все подземелье, и тогда платформа откроется, либо что, как. Почти упал, твою мать. Я не помню, куда надо... Па-па-па-па. Ага.
Ага. Так, с тебя лук упал, давай. Баран тупой, а? Кстати, может быть, можно разрушить какую-то стену, да, и... Новый предмет в кузнице появился зато. Так, рунный алтарь, 40. Давай. 40 есть молитвы пока что. Что он дает? Рунный алтарь, что ты даешь? Что это за говно зеленое? Священная руна, шанс лечения. Подобрать могу? Похоже, в этом зеленом канцлере сама жизнь. А почему я не могу подобрать? А, могу. Подобрал. Все. У меня 11 молитв осталось. Подожди, что по карте? Вроде все, да? Здесь, на этом куске карты все открыли. Окей. Давай дальше. Тихо. Минус 10, скорость минус 10. Такого не было прикола. Алтарь телепорта. Помолитесь этой статуе. Это позволит... Телепорт. Так а я же здесь уже был, нет? Или типа надо каждый раз? Каждый раз. Ничего не дал, да, мне? Хорошо. Хорошо, паскуда тварь. Смотри, стены рушат. Стены и как и что-то еще. То есть мне как бы нужно этим воспользоваться как-то будет. Правильно я понимаю? Или неправильно я понимаю? А это что такое? Алтарь благословения. Подожди, пока мне не надо. Блин, я опять не попал, слышь? А мне вот туда надо, смотри. Подожди, а мне можно как-то телепортнуться или нет? Блин, я назад уже типа не попаду. А, то есть я мог бы либо руну, либо алтарь вот этот сделать, сдернуть, да? Блин, лошара твою мать. Опа. 5 минус 0,5. Воспаление, выносливость. Падла какая. Ой, я забыл. Я мудак. Я нажимаю на правую кнопку, думаю, что он вперед полетит, а он же на правую кнопку типа назад. Зачем я взял этот рук? Рук хотел сказать. Зачем взял этот лук ссаный? Не умеешь пользоваться луком, не надо брать этот ссаный лук. Зачем тебе этот лук? Короче, мы промахнулись там вот в этой части. Все, погнали. Короче, берем щит. Берем щит меч, да. А, да, вот так, и все, и уходим. Не знаю, может быть, там еще что-то можно было, типа, делать. Ну, ладно, забей. Короче, по новой, опять по новой, погнали. Меня затягивает, мне нравится, мне пока нравится, да. Не знаю, серия, наверное, очень... Да ёб твою налево, очень длинная получится, но и насрать. Хорош, что за когти? Звериные когти берю. Берю. ХПшки нету, да? Ну это ничего страшного. Так, мне нужно опять наверх. Вот сюда. Припарку беру, молитва. Подожди, а если я без этой темы, подожди. Вот это куда дверь? Я что-то не помню. Вот это куда дверь?
это, куда дверь? Мы туда заходили или нет? Мы, по-моему, туда не заходили. Ну-ка, давай проверим. Статуя увеличения за 20. Твою мать. Так. Это хорошо. Так, и там этот с когтярскими, да? А чё они отнимают? Я забыл посмотреть. Блин, но мне нужно, мне хп нельзя терять, братан. Твою мать, говорю, мне нельзя хп терять. Да нет, короче, не нужно брать эти всякие дерьмовые, короче, вот эти оружия. Надо, просто у тебя есть меч и у тебя есть удар. Все, не надо это говнище. Не надо это говнище брать, пожалуйста. Просто, скорее всего, эта серия получится на час, а мы не продвинулись, короче, по истории вообще, ну-ка, типа, никуда. Мы на одном и том же месте топчемся уже, типа, очень много. Да бля! Как ты бесишь. Я уже не могу даже убить этого первого ублюдка. Ой, просто такое позорище, что просто жесть. Сложность, я не понимаю. В чем сложность была? Я не понимаю. Что это такое? Инструмент боли и кровь исцеляет даже от сильного горя. Понял. Ничего не понял. Че? Лечит болезнь, причиняет боль. Теперь понял. Так. Вот как это говно запустить, не понимаю пока, да? Туда, да, туда пойдем. Мы там не были, потому что... А мне не нужно пока. Подожди, а если я не буду запускать вниз... А туда можно куда-нибудь пройти? Давай попробуем. Хорош. Так. Хорошо. Не вижу ни хрена. Старый лук. Ну, на всякий случай возьмем. Что это такое, подожди? Алтарь чего? Ты можешь дать прочитать, что за алтарь? Пока не надо так, короче. Хотя, может, и надо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Полегче, полегче. Меня бросила сюда инквизиция. С детства я был одним из них. Это лишено смысла. Повсюду трупы, мне страшно. Вся моя вина в том, что я полюбил не ту. Ну а что ж ты? Бывает. Так, что там у нас? Мышка, могу двигать, могу. Так, это куда-то в комнату, да? А, подожди, а наверх куда? Так, тут этот Фредди Крюгер ссаный, да? Так, ну-ка давай свали отсюда. Здесь что у нас? Ты кто? Лохмотья. Подожди.
На мне сейчас лохмотье? Да ёпти. На мне сейчас лохмотье. Он предлагает плащ задохлика. Давай. Давай, иди сюда, падла тварь. Да ёпта, ничего себе он. На две клетки. На две клетки, ёптель, прыгает. Но он меня вроде не цепанул, да, по хпшке? Или что, у меня какая-то защита, да? А, и все, что ли? Да ладно, в смысле? А, ну ладно. Теперь только в двери, да? Идол морга. Этот идол сделан из костей младенца. Выглядит устрашающе. Что это такое, не знаю пока. Так. Алтарь... А, слушай, так а мы здесь... Мы были здесь или нет? Я что-то не помню. Или не... А я могу в него зайти? Подожди, или не могу зайти? Или могу зайти? Я могу зайти в... Не могу зайти, ну ладно. Да, мы же здесь были уже. Это, короче, так. Это... Повторямба. Это повторямба. Это повторямба. Что он дает? Похоже, зеленый блок еще можно использовать. А, чинит доспех. А тут ломаются доспехи? В смысле? Да, тут ломаются доспехи, прикинь. А я и не знал. Ладно. А, мне нужно вот туда попасть, точно. А как туда попасть? Блин, через что ли это получается? 60, алтарь благословения. Давай за 60. Ну а чё, я этот ни разу не был. Что он дает это благословение? Ммм, 9 к скорости. Мне это поможет как-то в прохождении или нет? А, 9 к скорости. Это то есть я могу типа перепрыгнуть ту говно, получается, или нет? Иди сюда, падла тварь. Быстро! Я сейчас буду просто... Или не буду. Нормально. Я его просто... Ну ты понял, да? А, чумной идол, этот зараженный чумной предмет нужно бросать во врагов. Можно будет отслеживать под запаху. Ничего себе, зачем? Кто-то будет убегать от меня? Тут кто-то будет от меня убегать? Что за бред? Иди сюда! Быстро! А, я забыл. Да, блин! Да иди ты на! Слышь, блядь, да иди ты на! Я говорю, это как секира. Любой, блядь, любой какой-то перс. Какие у него атаки? Да хер его знают. Просто атаки, которые хер его знают. Просто вот, блин, атаки. Да я не знаю. Атаки и атаки. Просто атаки. Иди в жопу. Где телепорт? Затрахало меня уже, на самом деле. С одними и теми же. Никакого смысла в этом нету. Иди. Это где я? Так, я сейчас еще могу, наверное, что-нибудь себе увеличить, потому что у меня 27 этого говна. Так, подожди, а как это сделать-то? Все, понял. Пошли в жопу. Что это? Что за F?
Что это такое-то? Что это такое, кто знает? Ой, что там выпало? Старый меч. 11.45. Зачем он мне? Я ржавый этот главе. Что это такое я сделал? Кто знает? Ну ладно. Так, ну да, мы с тобой допрыгнули до этого говнища. То есть тут нужно... Опа. Да ёпт! Так, мы доспехи с тобой поимели, да, небольшие? Ты кто? Боевой топор 20-50. Скорость сдвижки. Это что? Статуя лечения нужно? За 20, давай. Сейчас топором побегаю, посмотрю. А как это сделать? А, все, понял. Опа. Зачем мне? Ну ладно. Окей, так, уболтал. Но это большая, это длинная атака. Да, видишь, он с шагом делает, то есть это можно наносить, типа... А кнопку зачем нажимать? Опа-на. Хорош. Да подожди ты. Это кто? А, это тубль. Бесячее говнище. Ладно, ребят, на этом закончу данную первую серию по данной игре. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.